В наши дни вам не обязательно быть врачом или волшебником, чтобы иметь власть над людьми. Социальные сети могут дать любому человеку возможность влиять на массы, и это влияние может быть весьма прибыльным. Поэтому, чтобы выяснить, есть ли у меня все необходимое для того, чтобы оказывать влияние, я обратился за помощью к трем знаменитостям из социальных сетей, у которых в совокупности более 6 миллионов подписчиков. Познакомьтесь, это Гриффин. Как у вас дела, ребята? Я повторяю то же самое. Привет, ребята. А также Эндрю. Привет, ребята, это Эндрю. Как дела в видеоблоге? Мы встретились в мире фруктов, раю для любителей селфи, чтобы получить урок по оказанию влияния. Так что послушайте, я подумал, может быть, мы могли бы немного пролистать мою ленту новостей и дать мне несколько советов. Я уверен в этом. Давайте сделаем это прямо сейчас. Да, именно так и будет. Я попросил их быть честными со мной и тут же пожалел об этом. А что это за обложка на обложке? Прикрывайте население. Разве это не интригует вас? Неужели это так увлекательно? Получается ли у вас, что это привлекает аудиторию? Я как-то не подумал об этом. Хорошо, хорошо. Как вам это нравится? Сегодня жаркий денек. А можно мне ледяную крошку для этого? Да, вы помните эту песню? Я действительно помню ее, да. Это очень мило с вашей стороны. Я бы сказал, что мы выглядим по трей шикарно, не так ли? Это очень круто, очень круто. Да, именно так и есть. Он обожает качаться на качелях. Моя идея подписи к видео состояла в том, что вы очень хорошо выспались. Они не стали сдерживаться. Это немного пугает меня. Подпись к фотографии совсем не похожа на поднос с холодными пирожными. Это выглядит немного натянуто, но не до такой же степени, чтобы звучало так, а? О! В адрес нас прозвучало много конструктивной критики. Я не знаю, нравится ли мне этот фильтр или нет. Да, именно о фильтре я и говорю. Именно об этом я и говорю. А некоторые из них были не столь конструктивны. И моя подпись к ним гласила. Он направляет в нужное русло своего внутреннего галлахера. Что касается вашей возрастной категории, то я взял трубку. Мне всегда было интересно, означает ли то, что вы пользуетесь влиянием, что вы менее подвержены влиянию других людей. Да, именно так. Это очень интересно. Ребята, вы обратили внимание на красную ткань вот здесь, сзади? Я был здесь неделю назад и сделал селфи. Я позволю вам, ребята, немного заглянуть сюда. Я просто хотел это сделать. У меня очень аппетитный аппетит. По сути дела, это будет моя первая попытка стать влиятельным человеком. Все в порядке. Кстати говоря, об этом и речь. Поскольку этим ребятам платят за продвижение продукции, я поставил перед собой непростую задачу. Я дал им на выбор 50 неприглядных товаров. Соусник, туалетная бумага, что бы это ни было. А также предоставил им полную свободу действий в 20 различных комнатах, где можно сделать селфи, чтобы они могли выбрать. Прежде чем я покажу им свою магию, я хотел посмотреть, как они творят свое волшебство. Я даю вам, ребята, 5 минут на то, чтобы начать прямо сейчас. Мы направляемся в центр города вместе с целой толпой людей. Хорошо, но это не является гибким подходом. Я научу вас, как именно мы будем спускаться вниз. 1-го числа мы взорвемся, появимся и совершим свой обход. Нет необходимости публиковать посты. Я знаю, что вы знаете нас всех, вы подглядываете за нашим стилем. Я уже иду. Я не могу хранить это в секрете. Опустите палки для селфи, возвращайтесь назад. О! Очень мило с вашей стороны. Вам было весело? Это было просто потрясающе. Я только что это сделала. Мне было очень весело провести время. Все в порядке, все в порядке. Прямо сейчас у вас, наверное, есть сотни фотографий на фотопленке. Да, именно так. О, да, именно так и есть. Итак, вот что я хотел бы от вас, ребята, сделать. Каждый из вас пролистает все, что вы только что сделали, и выберет одну фотографию с одним товаром в одном месте, которая, по вашему мнению, станет самым уникальным постом в Инстаграм. Хорошо. Добавьте к этому хэштегу свой хэштег. Не показывайтесь друг другу на глаза. А потом вы все опубликуете пост в одно и то же время, хорошо? Вы готовы? Публикуйте постоянный. Давайте разберемся. Неужели это Бен убивает вас, ребята? Я хочу на это посмотреть. Да, я хочу это увидеть. Прежде чем мы перейдем к этому вопросу, мне просто любопытно. Поднимите руку, если вы выбрали отмычку с помощью степлера. Это пончик от геморроя. Скотч для оказания первой медицинской помощи. Это сексуальная вешалка для пальто. Поднимите руку, если вы выбрали лоток для кубиков льда. Подождите. Это настоящая драма. Подождите, а что именно? Подождите. У меня есть к вам вопрос. Подождите, пожалуйста. Вы мне совсем не нравитесь. Подождите минутку. Давайте-ка посмотрим. Из множества мест, где можно сфотографироваться, поднимите руку, если вы разместили фотографию перед зеркальной стеной. Это дискотечный ананасовый пирог. Это большой банан. Поднимите руку, если вы решили сфотографироваться на арбузных качелях. Ну уже давайте же. Да, именно так и есть. Могу я взглянуть на эти посты? Да, вы можете это сделать. Я вам покажу. Мне это совсем не нравится. Уходите. Подождите, вы что, издеваетесь надо мной? Да, а что именно? Мне очень жаль. Мне очень жаль, что так вышло. Но как же это получается? Подождите, а что именно? Вот и все. Это так интересно. Это действительно интересно. Потому что я был здесь неделю назад и сделал один снимок. Я не был уверен, действительно ли это достойно влияния, но оказалось, что так оно и было.
Прямо перед моим лицом на арбузных качелях стоял лоток для кубиков льда. Хэштегом было трейкул. А какие у вас были хэштеги? Я даже не хочу говорить об этом. Это трейкул. Я в полном восторге от этого. Держу пари, что у вас возник тот же вопрос, что и у них. Итак, мой вопрос заключается в следующем. Как это сделать? Ответ на этот вопрос очень прост. Я пришел сюда не для того, чтобы получать урок по оказанию влияния. Я был здесь для того, чтобы преподавать этот урок. Не считаете ли вы, что вы менее подвержены влиянию других людей? Да, именно так и есть. Он обожает свинг. Давайте замахнемся. Вам что-то очень хочется спать. Я бы сказал, что мы выглядим как настоящие Трейси. Не так ли? Очень круто. Круто, круто. Разве это не интригует вас? Неужели это так увлекательно? Нет ничего лучше подноса с холодными закусками. Внутри у него находится ребенок. Да, именно так и есть. Это немного пугает меня. Моя подпись гласила: он направляет своего внутреннего Галлахера в нужное русло. О, мне это совсем не нравится. О, боже мой. Почему вы оказались в моем мозгу? Каково это — чувствовать себя под чьим-то влиянием? Это сбивает с толку. Вы можете взять его с собой. Да, это сбивает с толку. Ничего себе, ничего себе.